друзья, всем хай, привет. Такая вот новость, все-таки определился у нас второй финалист Восточной конференции. Если вы смотрели и смотрите, наблюдаете за хоккеем, то это команда... Ну-ка скажи мне, какая команда? Ты смотришь за хоккеем? Правильно, это команда «Металлург». Ну, в принципе, по начальным играм с командой «Акбарс» было и так понятно, то, что команда «Металлург» все-таки выйдет в финал. Так что в западной конференции у нас в финал вышла «СКА». Молодец, «СКА». Все молодцы. Отдельное спасибо огромное команде «Локомотиву» за хорошую игру. Ребята молодцы, бились до последнего, бились до конца. Невзирая на брошенную бутылку ихним тренером, это отдельные вопросы, отдельные рассуждения, так что не будем вдаваться в подробности. У всех свои мысли в голове, каждый думает по-своему, каждый видит игру по-своему, и у каждого свои эмоции. Ну, тут, видимо, накипело, так что не будем осуждать очень строго. Команда «Металлург» молодцы, вышли к «СКА». В принципе, теперь у нас впереди битва титанов, так что будем смотреть, будем болеть за свои любимые команды. Каждый болеет за свою, кто-то за «СКА», кто-то за «Металлург», но обе команды очень сильные. Так что я думаю, слабых игр и какой-то возни на льду мы не увидим. Побольше бросков, побольше голов. Ну, естественно, тем командам, за которые вы не болеете, чтобы им забивали голы. Так, по секрету, да? Так что, ребята, хоккей еще продолжается. Кубок Гагарина у нас ждет того или того, «СКА» или «Металлург». Так что смотрим. Смотрим и болеем вместе. Спасибо всем за внимание. Всем моим новым зрителям, моим подписчикам, моим новым подписчикам. Всем, ребята, огромного здоровья. Это самое основное. Болейте за свою любимую команду. Играйте в хоккей. Учитесь играть в хоккей. Спасибо.